Сегодня в Каспийском море загорелся российский танкер «Палфлот-2». Это первые кадры с места. Известно, что судно шло без груза. На борту экипаж из 11 человек. Пытаясь справиться с огнем, погиб старший механик. Остальные 10 человек спасены. Сейчас они находятся на борту подошедшего на помощь судна. Все произошло в территориальных водах Туркменистана, на границе с Азербайджаном. Пожар на «Палфлоте» тушит сейчас 5 кораблей и 2 вертолета. Компания-судовладелец отправила за экипажем теплоход. Сообщается, что на берег в Астрахань моряки будут доставлены в течение 2 дней.